сегодня будет проходить, пока не должно было проходить судебное заседание, на часть дня была назначена у Джубарова Арсена, моего супруга. Заседание пока еще длится предыдущее, еще не закончилось, поэтому как бы особо мы ничего не знаем пока, но как бы особо предположений, там чего-то нового увидеть мы, естественно, не ожидаем. Скорее всего, это будет продление, так как у предыдущих этих 9 числа, потому что ознакомления еще не окончены у них по делу. Адвокат у нас Темишев Джамиль Мусавич. Сегодня он отсутствует, будет адвокат по назначению. Поэтому особых как бы разбирательств, так я думаю, там не ожидается, так как эти адвокаты не заинтересованы в судебном процессе, так как наш адвокат. Он нам есть. Хотелось бы, да, поблагодарить Джуман, что народ пришел поддержать. Мы не ожидали, обычно, ну, не так у нас ярко проходят заседания, но эта поддержка морально очень велика, и мы очень благодарны всем, что пришли и поддержали наших мужей, наших родственников. И нас самих, как бы, когда рядом народ, намного легче стоять здесь и выдерживать, чем поодиночке.